марш домой. Я кому сказал, марш домой? Видали, дядя Манер? Я им свое, а они мне свое. О, Господи, марш домой! Последний раз сказал, марш домой, точка, все. Вот так. В чем дело? Корочки покажи. Это просто пропуск, чтобы обратить внимание. Какой пропуск? С этой стороны посадки нет. Я не успеваю вокруг обижать. Поезд сейчас отойдет, пусти. Билет. У товарища. Он в этом вагоне. А я прямо со стройки. Мы вместе едем в командировку. Мне только что сказали, ну, батя. Ничего не знаю. Убери костыль. Пусти же, батя. Кому сказал убрать костыль? Оглох, что ли, от наглости? Ногу сломаешь, ты что делаешь, ну? Вот тебе. Ты что сделал? Нет, ты что сейчас сделал, балда, а? Ну-ка прыгай, забери, ты быстро прыгай, ну! Прошу предъявить билет. Получишь билет на тот свет, понятно? Ты смотри, а? Да, вот так. Простите, пожалуйста. Извините. Ха, ну, наконец-то! Вы что, не могли заранее предупредить? Я даже не успел переодеться. Еле поспел. Милый мой, я сам только час назад узнал, что мы едем. А что случилось? Что за пожар? Ты ничего не знаешь? А? Ой, хитришь, Леня. Тебе что, неизвестна цель нашей командировки? Нет. Позвонили в диспетчерскую. Срочно на вокзал. Вагон 10-й. Билеты у Малисова. Кто позвонил? Секретарша Егорова. Я спросил, она сказала. Распоряжение Егорова. Малисов все знает. Ты же все-таки главный диспетчер СМУ, Лень. Неужели ты даже не слышал, что в нашем управлении произошло ЧП? Какое ЧП? Тебе известно, что сегодня приезжала комиссия облсполкома принимать хлебозавод? Ну. А результат какой, знаешь? Неужели не поинтересовался? Да мне некогда было. Сегодня сумасшедший день. Цемент не грузит. Два крана сломались. Ночью прошел дождь, дороги размыло. Договорились, что совхозы подъездные пути будут сами делать. Не делают. Как белка в колесе с 6 утра. Ну а что хлебозавод? Не приняли, Ленечка, хлебозавод. Комиссия акт не подписала. Как не подписала? Почему? Недоделки. Какие недоделки? Печь уже работает.
Хлеб уже пекли? Хлеб это еще не все. Бытовки не готовы. Мощный склад не достроен. Водопровод проведен по временной схеме. Благоустройства нет. 73 недоделки насчитали. Они что, охренели? Мы сдавали объекты в гораздо худшем состоянии. Мы сдавали, потому что от нас принимали, а теперь вот не приняли. Кто занимался сдачей? Я занимался. Ты сопровождал комиссию? Я сопровождал. Значит, плохо сопровождал. Да уж как мог. Наверное, плохо. Поэтому Егоров тебя и послал. Не понял. А чего тут понимать? Я не справился, Егоров подключил тебя. Велел тебе передать. Кровь из носа на акт должен быть подписан. Нет, вы послушайте. Ну при чем здесь я? Когда делят квартиры, про Леню забывают. Когда давали премии, Лене, как собачонке, кинули четвертак. А когда цемента не стало, тут сразу Лене, милый, хороший наш, поезжай, выбей. Одна надежда на тебя. А теперь, Ленечка, акт подпиши. Я не буду этим заниматься. Ты начальник производственного отдела. Сам поезжай в облсполком унижаться. А я сейчас сойду. Мне надоело. Не ори, не за стенкой. Все слышно. Кто за стенкой? Члены комиссии. Чего? Какие члены комиссии? Те самые, которые акт не подписали. Здесь? Так точно. Они возвращаются домой. Нам специально взяли билеты в один вагон, чтобы тебе было удобно работать с товарищами. Имею в виду. Акт должен быть обязательно подписан в поезде, пока мы едем. А иначе они завтра утром доложат руководству, что хлебозавод не принят. Тогда уж из них подписи не выбить. Понял задачу? Понял задачу, я спрашиваю? Уж куда понятнее. Так, сколько их человек? Трое. Трое. Один мужик и дамочка так-сяк. А председатель комиссии очень неприятный тип. Может, слышал такой, Девятов Юрий Николаевич. Я, когда утром увидел его на перроне, сразу понял, все, акта не будет. Мы 2 года назад, еще до Егорова при Грыжилике, сдавали ему молочную ферму в одном совхозе. Все было сделано, за исключением благоустройства, не подписал. Грыжилюк ему говорит, подписывай под нашу ответственность. И этот принципиал не подписал. Все квартальные показатели, премии, все полетело. Между прочим, ты уселся на шляпку своей супруги. Какой супруги? Это что такое? Беретка. А почему она здесь? Потому что Алла Ивановна едет с нами. А почему она едет с нами? Узнала, что мы едем, и тоже напросилась. Ты уж извини, я, как непосредственный начальник, выписал командировку. Вот ее сумка, вот плащ. Но зачем? О, Господи, я его на перроне жду. Из-за тебя чуть от поезда не отстала. Нормально, Константин. Отлично, Григорий. Да, Лень, откуда ты взялся-то? Я тебя жду. На кого ты Вовку оставила? Соседки переночуют, это ничего страшного. Ну, что ты меня так смотришь? Тебе можно, а мне нельзя. А я хочу тоже немножко проветриться. Кто принес сегодня? Кто? Вовка, что принес из школы? 2 двойки принес, будто не знаешь, что нас приносит. Почему же ты поехала? Надо было остаться с ним, делать уроки. Вечером придет плотник набивать антресоли. Ты же мне жить не давала из-за этих антресолей. Ленечка. А теперь уехала. А я тебя поесть захватила. На следующей станции сойдешь, ясно тебе? А это скорый поезд. Он до Ельни идет без остановок. Значит, ты ходу спрыгнешь. Под гору потише пойдет и спрыгнешь. Где акты? Леня, я еще галстук взяла и рубашку чистую. Это что такое? Боевое снаряжение для предстоящей операции. Все в точности, как велел Егоров. Вот акты. 5 экземпляров. А почему вы утром меня не нашли? На месте же легче с людьми разговаривать. Надо было пригласить в ресторан, оставить переночевать, организовать для них охоту или рыбалку, прогулку по реке. Я приглашал в ресторан. Они отказались. Надо было меня найти. Они мне отказались. А теперь я не знаю, как это сделать. Сейчас они улягутся. Что я должен? Будить? Здравствуйте, меня зовут Леня. Подпишите акт. Видишь ли, я, например, думаю, что Егоров напрасно нас послал. Они все равно не подпишут. Могу дать голову наотрез. А зачем же мы тогда едем?
Ленечка, а вы едете, потому что Егоров уверен, ради него ты на все пойдешь. Землю носом будешь рыть, но все сделаешь. Извините, Леонид Прохорович, что посмела подать голос. Переобуйся. В чем дело? Надо стучаться, потом входить. Билет давай. Выйди! Ты чего орешь? Билет давай! Я тебе сам его принесу. А сейчас выйдем. Ты бы через 5 минут был билет. Понял? На, отнеси билет, хам. Ну-ка, глянь, кто это там стоит? Это он и есть. Юрий Николаевич, председатель комиссии. А не знаешь, что ты в этом вагоне? Нет, я из купе не выходил. Это пока единственное, что ты сделал толкового за весь день. Значит так, я пошел знакомиться с Юрием Николаевичем, а вы пока не высовываетесь, ясно? Добрый вечер соседям. Разрешите прижечь? Спасибо. Представляете, какой гад? Выбросил беретку, сорвал с головы и выкинул. Что-что? Я опаздывал и стал его просить пустить через заднюю дверь. А тут поезд тронулся, и он сорвал с головы беретку и выкинул. Я не понял, о ком вы говорите. Да проводник. Сейчас вообще какие-то жуткие пошли проводники. Как заразы какие-то. Ну, ты же видишь, я опаздываю. Видишь? Так пусти, будь человеком. Нет, стал выпендриваться. Не положено. Их бы власть, они бы вообще всем дышать запретили. Вы домой или в командировку? Из командировки. А я наоборот. Вам лучше. Ха, лучше. Я вот сейчас уехал, а жена кого-нибудь приведет. Знаете, был молодой, глупый, все красотку искал. Я теперь локти кусаю. Развелся бы, так парня жалко. Вот такой малец растет. В школе круглый отличник, умница, папку любит. Она мне его не отдаст. А если ей ставить, загубит. Вот так и живу в позоре, извините за откровенность. Но знаете, до того наболело. Готов любому рассказывать. Одна радость – работа. Сочувствуем. Картишки не играете? Я имею в виду, не на деньги, в подкидного. Нет. А в домино? Спасибо. Можайское молоко. Можайское молоко. Девочка, где твоя мама? А что? Ну, где твоя мама? А зачем? Здесь нельзя детям стоять. Кира! Что, мама?
Извините. Входите. Ради бога, извините. Вы ушли, а со мной несчастье случилось. Что такое? Представляете, я стою, курю. Вынул из кармана билет. Думаю, пойду сейчас покажу этой балде, проводнику. У меня когда садился, билета при себе не было. И представляете, задумался и уронил билет. За окно? Да нет, он упал между стеклами, вот там видно. Сейчас вам проводник даст жару. Так вот именно, мы и так с ним подцапались на посадке. Я вас очень прошу, скажите, что вы видели, как я уронил. А билет там, его видно. Я покажу, если вам не трудно. Вон. Как он сюда попал? Да я вот так стоял, держал в руке, облокотился, и он у меня из пальца выпал. Может, проволоку какую достать, даже не знаю. Да нет, отсюда не вытащить. Ну, если только стекло разбить. Безобразие. Ведь вы же знаете, что существует правило, что проездные документы и вообще документы никогда не надо зря вынимать. Идите за проводником. Вы извините, что я вас впутываю. Просто я сейчас в таком гнусном настроении. Он нагрубит, а я могу не сдержаться. Потом греха не оберешься. Идите, все будет нормально. Ага. Значит так, сейчас будет большой скандал. Вы не высовываетесь, ясно? Сидеть в купе. А что случилось? Ничего не случилось, все нормально. Ваша задача сидеть в купе. Извините. Товарищ, здесь очередь. Я не за простынями. Батя, батя! Пошли со мной. Я уронил билет. Чего-чего? Я тебе нес билет, понимаешь? И выронил. Он упал между стеклами. Давайте белье. Сколько же можно ждать? Действительно. Я вас больше ждал. То есть, между какими стеклами? Ну, пойдем, увидишь. Я стоял у окна и уронил билет. Его видно. Ничего не знаю. Билет должен находиться у пассажира на руках. А я наволочку просила. Ах, да, я сейчас. Билет должен находиться у пассажира на руках. Извините, пожалуйста. Я его должен взять из рук в руки и положить вот сюда. Вот в это гнездышко. Ну какая разница, в это гнездышко или в то гнездышко? Там гнездышко побольше, ему там просторнее, твоему билету. Короче говоря, я тебя предупредил, освободишься, подойдешь. Стой. Дальше что? А дальше пройдете со мной к ревизору. Товарищ, сначала дайте белье, а потом разбирайтесь. А вы меня не учите. Когда теперь, когда раньше. Я ученый. Шагом марш в тамбур. Я кому сказал? Я тебе сказал или этому бачку сказал? Шагом марш к ревизору. Нет, товарищ, я прошу вас, подойдите сюда. Убери руку, чучело. Пассажир, пройдите к ревизору. Хуже будет. Вот свидетели, балда. Они видели, как я уронил билет. Послушайте, товарищ проводник. У вас какое место, пассажир? У меня? Да, у вас. 19-е. Так вот. Идите на свое 19-е место и сидите там смирно. Когда нужны будут свидетели, я вас позову. А почему вы так грубо разговариваете? Кто вам дал право? Тю-тю-тю, милая, ты зачем сюда села? Ехать так ехай, а не встывай. И вообще, вы имеете представление, с кем вы разговариваете? А мне плевать. В поезде нет кабинетов. Тут у каждого полочка, все равны. Послушайте вы, извольте сделать 5 шагов, подойти к окну. И вы увидите билет. Развели тут базар. Очень интересно. А ревизор придет? Вы что же, его тоже прикажете тащить к окну? Не рассыпется ваш ревизор, если подойдет к окну. Ух ты! Небось, перед своим начальством на задних цыпочках дрожишь. А села в поезд, сразу смелая стала. Вы можете замолчать. А теперь подойдите к окну, но только молча. Отец! Может, у тебя ножки больные, так я могу отнести. Чего-чего? Говорю, может, ножки больные, могу отнести. Пошли, пошли.
Вот твой билет. Ну что, убедился? Убедился? Надо было шум поднимать, людей беспокоить. Это не билет. Чего? Вот же торчит. Ну и что торчит? Вот вы свидетель, да? Ну. Кричали на меня, да? Так вот, я прошу сейчас посмотреть и сказать, какая дата и какая станция назначения у этого билета. Прошу, прошу, прошу. Стекла надо мыть как следует. Вымойте окно и увидите, что там написано. Господи! Ну неужели же вам недостаточно того, что вот три человека видела, как он уронил? Интересное дело. Вы видели, какой билет, да? А какой? Куда? Какая дата? Может, этот билет совсем в другую сторону? Слушай, хватит демагогию разводить. Я еду в командировку, мне дорогу оплачивают. Ну какой мне смысл без билета ехать? Это ты хоть можешь понять своей головой? Да, ой, Алла Ивановна. Алла Ивановна, идите сюда. Идите, идите, я прошу вас. Пожалуйста, это моя сослуживица. Она тоже может подтвердить. А что случилось? Ты же сказал, с товарищем едешь. Уже оказалась дама. Мы втроем едем. Просто товарищ пошел в другой вагон, к знакомому. Представляете, Алла Ивановна, случайно уронил билет. А он не верит, что билет у меня был. Да вы что? Два билета я вам дала, когда мы садились? А один билет остался, и он взял его, чтобы вам отнести. Ну вот наш командировочный. Вот здесь. Ну и что командировка? Он сейчас зайцем проедет, а потом у кого-нибудь стрянет билет. А на работе? На работе ему заплатят. Да что я не знаю, как это делается, что ли? Слушай, если бы здесь не было Аллы Ивановны, у которой сегодня день рождения, я бы тебе так врезал. Просто я не хочу портить ей настроение в такой день. Во, во дает. Уже день рождения придумал. Я придумал? А? Ой, за что? Вот, там еще одна. Иди проверь, чучело. Конфета лимона, закуска шампанское. Сейчас вот этой бутылкой я разобью твою дубовую голову. Спокойно, спокойно, спокойно. Голову-то голову, бутылку жалко. Отец, сколько мне жизнь на дороге? Я? Ты. 40. 40. Вот скажи мне только честно, за свои 40 лет ты видел в своем вагоне такую красивую женщину, а? Вот такую красивую женщину, как Алла Ивановна. Ну, говори, говори. Алла Ивановна, Алла Ивановна, ну вы куда? Ну, что ж ты все испортил? Ты проводник или нет, а? Ну, куда ж нас ведешь? Ты Сусанин или не Сусанин? Ну, раз так можно, я, можно сказать, свое счастье в твоем вагоне встретил, а ты так поступаешь, с билетом пристал. Ну, скажи, раз по-нашему, раз по-русски. Скажи, по-каковски это... А я тут при чем? Как при чем? Ты хозяин или хозяин? Вот давай так договоримся. Если ревизор не признает этот билет за билет, я лично плачу штраф из своего кармана. Не из его, а из своего. Понимаешь? Не он, а я. А теперь давай быстро исправлять положение, давай стаканы, стаканы. Ну, а если он... Будем Аллу Ивановну поздравлять с днем рождения. Давай, давай, давай. Бать, что ты ждешь? Тебе тоже нальем. Да я не очень. Да я, ладно, ладно. Меня... По твоему носу вижу, как не очень. У меня со здоровьем. Батя, батя, давай. Что? Щекотать буду. Да, перестань! Да что ты делаешь-то? Перестань, тебе говорят! Ну зачем это нужно? Так, спектакль закончен. Спектакль закончен, все по домам. Все, 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 все. Ну что, товарищи, я вас приглашаю на день рождения Аллы Ивановны. Ты попробуй нас не пригласить. Мы его, можно сказать, от тюрьмы спасли. А он из себя добродетель строит. Не слушайте его, молодой человек. Он шутит. Дарья Матвеевна, этого от вас не ожидал. Товарищи, я самым серьезным образом вас приглашаю. Вы обязательно должны быть на дне рождения Аллы Ивановны. Ты не бойся, будем, будем, будем. Как вам не стыдно, Геннадий Михайлович? У них своя компания, а мы для них совершенно посторонние люди. Будем, будем, будем. Правильно говорю, Юрий Николаевич? Мы полчасика посидим и бьем. А что такое? Ну, Юрий. Ну. Тогда я все сейчас приготовлю. Сейчас все приготовлю. И через, подождите, извините, подождите. И через 10 минут за вами зайду. Я мигом. Празднуем день рождения. Сейчас они придут. Напитки, закуски, все вали на стол. Ну, успокойся, что с тобой? Что со мной? Нормально. А ты, может быть, ради своего горла положишь меня на полочку к Юрию Николаевичу? Давай. Вот это он точно подпишет. Перестань. Ну, так получилось. Я же говорил, сидеть в купе, а ты вышла. Я брякнулся, ты моя сослуживица. Вот так вырвалась. А потом уже меня понесло. А теперь они сами напросились на день рождения. Посидим, выпьем, а подпишут и все. Ну, сыграешь роль. Даже интересно. А я не буду роль играть. Как не будешь? Они сейчас придут, их уже не останут. Вот они придут, а я уйду. А ты нарочно-то берется, да? Почему нарочно? Я держал в руках, и он выпал.
Спасибо еще, что он не за окно. Это же получилось все одно за другим. Я же не специально. А теперь глупо же отказываться. А ты чего надулась? Не надо было ехать. Я не просил. Я вообще тебя не впутывал. Сама виновата. А что будет со мной? А что с тобой? Ну, они ж меня сразу узнают. Ну и что? Ты сейчас выходи. Вернешься себе сейчас. Доедем на сколько еще? 3 часа. Все нормально, успеешь. А куда мне идти? Да куда угодно. В соседний вагон. Там у тебя знакомый, ты к нему пошел. А потом? А что потом? Придешь, снимешь очки, сделаешь эти, как их, большие глаза. Ах, ах, какое совпадение. Мы не знали. И они ничего не знали. И все получилось естественно и красиво. Давай, дуй. В чем дело? Книжку возьму. Ленечка, мне с тобой поговорить надо. А в чем дело? Ну куда ты? Сядь! Сядь! И поешь. Мне поговорить с тобой надо. Ленечка, можно мне задать тебе один вопрос? Что такое? Ты разговаривал с Егоровым, чтобы он нам помог насчет телефона? Конечно. Я же тебе говорил. Он звонил на станцию начальнику. Сейчас нет свободных номеров. А когда ты разговаривал с ним? В пятницу. Нет, в четверг. Точно, в четверг. Он при тебе звонил? Ну, конечно. Ты что, мне не веришь? Ну, расскажи подробнее, как это было. Как подробнее? Да мне сейчас некогда просто. Сядь. Расскажи подробно, как он звонил. Да очень просто. Я ему сказал, он пригласил секретаршу, велел соединить. Потом разговаривал с начальником телефонной станции. А ты стоял рядом. Я сидел рядом, а не стоял. Я сегодня разговаривал с Егоровым. Он ничего не знает, ему ничего не говорил. Робеешь? Кто? Ты. Он не стесняется тебя посылать, подписывать какие-то липовые акты. А ты не смеешь просить него какой-то маленькой услуги. Чего ж ты так нагло врешь? Это у вас дружба такая? Он ни в чем не виноват. Просто у меня такой характер. А я не хочу, чтобы у тебя был такой характер. Ты кто его, халуй, денщик? В ресторане столик ему заказываешь. Вперед бежишь. Это неправда, Алла. У нас другие отношения. Ну какие другие? Ведь кто угодно получает двухкомнатные, трехкомнатные. Ведь Вовку у нас большой, но стыдно же спать с ним в одной комнате. А твой Егоров, думаешь, этого не понимает? Плевал он на тебя. Он ни для кого ничего не делает, Алла. Он другой человек, понимаешь? Просто тебя в отделе накрутили против Егорова. И делается это с определенной целью. Ты просто многого не знаешь. Чего я не знаю? Многого! Я тебе не рассказываю, потому что у тебя... Потому что ты в душе вся с ними. Я вообще уже не могу с тобой откровенно разговаривать. Ты Малисову доверяешь, а он тебе на уме. Да ладно, это я уже слышал. Тебе всюду мерещится заговор против Егорова. Мне не мерещится, к сожалению. Ну, в общем так, завтра мы возвращаемся в Куманёво, и ты вместе со мной идешь к Егорову. Со мной вместе. И пусть он при мне скажет, когда у нас будет нормальная квартира, когда у нас будет телефон, и когда тебе, наконец, повысят оклад. По 20 часов в сутки вертишься, а зарабатываешь меньше других. А вот если ты этого не сделаешь, то я завтра же забираю Вовку, и мы вместе с ним уезжаем к маме в Москву. Вот, а теперь давай свои акты. Какие акты? Которые должна не подписать. Вы ерунда какая-то. Твой плащ схватил. Сумку давай. Тебе зачем? Ты что? Зачем тебе это? Они будут у меня. Я сама дам их подписать. И с Егором я буду иметь дело сама. Егорову нужны акты, а мне нужна квартира. Мне нужен телефон, в конце концов. А если он этого не сделает, я разорву их у него в кабинете. Ты перед ним корячишься, ничего, пускай тоже немножко постарается. Ты за этим поехала? Да, Ленечка, за этим. Потому что мне надоело твое вранье. И с Егоровым я буду сама иметь дело.
И уж больше он на тебя ездить не будет. Что с тобой происходит, Алла? Ничего, переживешь. А теперь я могу их позвать? Да. Можешь? Юрий Николаевич, смелее. Вы проходите первым. Вперед. Спасибо. Прошу вас. Спасибо. Давайте, давайте. Алла Ивановна, а где же именинница? Узнала, что ты будешь, избежала. Наверное, вышла на секундочку. Да? Располагайтесь, товарищи. Сейчас мы ее найдем. Хорошо. Стаканы, стаканы давай. Само собой. Алла! 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 Простите, могу он ресторан с той стороны? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы товарищ Иосиф Кобзон? Нет. А я вас недавно видел по телевизору. Вот у вас есть чудесная песня. Не исчезай из жизни моей, не исчезай, сгоряча или невзначай, исчезнут все, только ты не из их числа, будь для всех. Из всех, а? Из всех исключений. Из всех исключением не исчезай. Что? Алла! Это не Алла. Ой. Товарищ Иосиф Кобзон. Товарищ Кобзон, мне некогда. Значит так, вагон-ресторан с этой стороны. Через один вагон с той стороны. В эту сторону. Да, в эту сторону. Ну, спасибо. Да, спасибо вам за все. Большое. До свидания. Счастливо. Спасибо. Счастливо. Всего хорошего. Вот ты где. Опять куришь. Мы же договорились. Не будешь. Обещала, слово дала. Бросай сигарету, пошли. Они уже там. М? Ну хорошо. Иди с сигаретой. М? Сейчас сама приду. Ну точно придешь? Ну точно, точно. Ну чего ты опять? Пошли вместе. М? Сказала, сама приду. Угу. Пойди умойся и причешись. Все лицо в ресницах. Я прошу тебя, только не тяни. Гражданин, а? За вами все время что-то тащится. Что, где? Ой. Плащ моей жены зацепился, надо же. Это не может быть. Это было бы замечательно. Алла Ивановна сейчас предстанут. Они прихорашиваются. А что вы стоите? Садитесь. Минуточку, минуточку. Рассаживаемся в следующем порядке. Тут у окошечка будет сидеть Алла Ивановна, и рядом, с вашего позволения, я. Так. Так. С этой стороны, Вета Матвеевна, прошу вас. Благодарю вас. А рядом, как вас кличет, молодой человек? Ничего, ничего. Я сяду. Юрий Николаевич, садитесь, пожалуйста, прошу вас. Спасибо. Ой, одну минуточку. Помнете. А где? Пожалуйста.
Это моей Аллы Ивановны беретка сослужилицы. Очень рада, что вы пришли. Большое спасибо. Примите наши поздравления, Алла Ивановна. Счастья вам. Геннадий, более официально, Геннадий Михайлович. Ну, зачем так официально? Чем проще, тем лучше. Ну. Юрий Николаевич, поздравляю. Спасибо. А я Виолетта Матвеевна. А это вам чудесные духи. Только должна сознаться, сразу два раза пользовалась, так что не обессудьте. Ведь вы же не знали, что в поезде нас ждет день рождения. Ой, французские. Вы знаете, мне даже неловко брать такой дорогой подарок. Берите, берите. Это Матвеевна, муж профессор. Часто за рубеж выезжает, ничего, привезет еще раз. Большое спасибо. Пожалуйста. Ваше место. Спасибо. Прошу. Вы не возражаете, если я буду вашим соседом? Напротив. Ну, так. Ну что ж, товарищи, спасибо. Самозванцев нам не надо. Благодарю вас. Тамадой буду я. Нет возражений? Не-не. Тогда приступаю к первому тосту. Прошу поднять стаканы, как выражается. Геннадий Михайлович. Геннадий Михайлович? Да. Ага. Геннадий Михайлович. Мы сегодня празднуем день рождения Аллы Ивановны. И я хочу сказать про нее несколько слов. Дело в том, что с мужем Аллы Ивановны я работаю в одном кабинете. И даже больше того, мы тезки. Меня зовут Леня, и его зовут Леня. И я должен сказать, что с мужем Алле Ивановне очень повезло. А при чем тут муж? Сегодня день рождения у Аллы Ивановны, а не ее замечательного мужа. Правильно, Алла Ивановна? Конечно. Нет, товарищ, если он был бы замечательный, он бы ее в день рождения в командировку не отпустил. И вообще давайте забудем, что у нас есть мужья, жены, дети и прочее имущество. Сейчас мы просто товарищи, друзья, приятели. Правильно, Алла Ивановна? А? Точно вот. Так. Нет, ну почему же? Если в день рождения Аллы Ивановны ее сослуживец считает нужным сказать несколько слов о ее муже, это значит, что у них хорошая семья. Мне лично это даже очень нравится. Виолетта Матвеевна, спасибо за поддержку. Так вот о муже Аллы Ивановны. Я считаю, что с мужем Алле Ивановне в жизни очень повезло, потому что он... Нет, я так не могу. Я так не могу. Все. Это ему с ней повезло. Мы ее, не его день рождения отмечаем. Товарищ Алла Ивановна, я прошу роль тамады дать мне. Я вас очень прошу. Геннадий Михайлович. Не-не-не-не. Ну как вам не совестно? Просто товарищ неопытный тамада. Мы его уважаем. Мы благодарны, что нас познакомил с Аллой Ивановной. Но выпьем за здоровье. Но тамада он никудышный. Присядьте, товарищ. Ну вот, Алла Ивановна, во-первых, мне бы хотелось представить вам ваших друзей, с кем вам довелось праздновать свой день рождения в поезде. Это Юрий Николаевич Девятов. Ответственный работник облсполкома. Юрий Николаевич, дай свою визитную карточку. Зачем? Ну, давай, 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 давай. Ну. Давай. Это вам подарок от Юрия Николаевича. Спасибо. А чего вы хмуляете? Для молодой женщины, которой все впереди, визитная карточка такого человека, как Юрий Николаевич, перспективный подарок. А у нашей Аллы Ивановны все еще впереди. Потому что чем спасибо. Женщина красивее, тем у нее больше впереди. Алла Ивановна, я пью за вашу красоту. И за все, что у вас впереди. Спасибо. Вот. Можно спасибо. Вас поцеловать? Можно. Ну, давай. Ты каждый, давай. Ну, давай. За вас? Несколько слов о Виолетте Матвеевне. Нет, нет, я протестую. Виолетта Матвеевна, должен вам сказать, очень тяжелый человек. Зануда и зануд. Но и добрее души, чем Виолетта Матвеевна, в облсполкоме не сыщешь. Запишите телефон. Как? У вас дети есть? Есть, мальчик, сын. Как зовут? Вовочка. Сколько лет? 12. 12? Так вот, когда он подрастет, и нужно будет думать об институте, телефон профессора Нуйкина вам очень пригодится. Геннадий Михайлович, ну как вам не совестно? Это просто безобразие. Люди могут подумать, что и в самом деле. Ну да? Ладно, Эд Матвеевна, все свои взрослые люди. Пишите. Я запишу, потом передам. Пиши, милый, 23-771. Угу, хорошо. Так вот, за Вову, будущего студента мединститута.
шагов. Я еще не кончил. Я еще не кончил, товарищ. Алла Ивановна, я хочу предложить выпить за всех присутствующих, попрощаться с ними. И вместе со мной выпрыгнуть из этого поезда и исчезнуть навсегда. Ну что, испугался? Почему? Я готова. Молодец. Можно вас еще раз поцелую? Я пью за то, чтобы ты всегда была такой, готовой на все. Ну, давай. В чем дело, товарищ? Ни в чем. Просто я еду в этом купе. В каком смысле? В том самом смысле, например, что вы сидите на моем плаще. А где вы раньше были? Я был там, где я был. А теперь я пришел и хочу лечь спать. Поэтому я сейчас выйду на 5 минут. Прошу закончить веселье, проветрить купе и дать мне возможность отдохнуть. Сейчас его устроим. Молодой, любезный, на минутку. Я слушаю. Только, пожалуйста, не уговаривайте меня, что через полчаса все закончится. Я больше 5 минут ждать не буду. У меня завтра утром ответственное совещание, и я должен явиться со свежей головой. У тебя полчаса какая? Так вот, предлагаю взять свой плащ, извини, что мы маленько помяли, и лечь отдыхать на такую же полочку, только в купе через одно. На мое место. Я к нему не прикасался, стерильность гарантирую. Не возражаете? Хорошо. Ну, прекрасно. Успешного совещания. Ну, Аллочка Ивановна. Ну, тебе хуй. Ну, не надо. Аллочка Ивановна. Вот видите, как сама судьба позаботилась, чтобы мы ехали в одном купе. У вас какая полочка? У меня нижняя. Но я переберусь наверх. Я надеюсь, Леонид Прохорович уступит мне свое местечко. Конечно, конечно. Дайте мне мою сумку. Попробуйте не уступить, мы вообще выставим. Слушай, ты там с мужем Аллы Ивановной работаешь, так все будет тихо. Чего ты все кашляешь? Я к тебе обращаюсь. Все будет нормально. А? Так, теперь слово руководителю нашей делегации Юрию Николаевичу Девятову. За вас. Я все на что-то способен, Юрий Николаевич. Вот, товарищи, до чего доводит принципиальность? Товарищи, не будьте принципиальными, принципиальность иссушает душу. Ну, хватит. Все. Билет, Матвей, слово вам. Дорогие товарищи, я... кого я вижу? Юрий Николаевич, Виолетта Матвеевна, Геннадий Михайлович. Привет. Вот это здорово. Откуда вы взялись? А вы как сюда попали, товарищ Малисов? Я еду в этом купе, это мои друзья. Леня, ты где их нашел? Ты вообще знаешь, с кем ты пьешь? Это же те самые члены комиссии, которые нам акт не подписали. А ты с ними запросто пьешь коньяк. Ну уж теперь, я надеюсь, все будет в ажуре, акт подпишем, а? Товарищ, ты, можно сказать, сама судьба нас свела? В ресторан вы отказались со мной пойти, но все равно попались. Алло, мы как? Акты будем? Прямо сейчас подписывать или потом?
Они у меня в портфеле или я тебе их отдал? Они у меня. Вот они. Сядь, налей себе, выпей. Хотя бы поздравил Аллу Ивановну с днем рождения. А, я и забыл, Аллочка. Сколько тебе стукнуло? Бедняжка, в день рождения послали в командировку. Как тебе наши гости? Верно, замечательные люди. Ну что ты, я просто в восторге от них. Тем более, что они не знают, что Леня мой муж. И день рождения у меня 2 января, но это уже сущие пустяки. Мы же их пригласили совсем для другой цели. Ну что ты на меня так смотришь? Что, не сыграла роль до конца? Уж извини, дорогой, зато верность тебя сохранила. Выпустите меня, пожалуйста, отсюда. Пожалуйста, пожалуйста. Какой ужас. Ну, брат, некрасиво. Некрасиво, брат. Нехорошо. Все. Ну, пойдем. Зайди, зайди. В чем дело? Вы сговорились в тамбуре, да? Что, с кем? С ним. Он тебя специально пригласил поехать, чтобы все сорвать, да? Прекрати, что ты мелешь. А ты вообще помалкивай. Сиди, сопи в 2 дырочки. Слушай, ты... Ладно, не прикидывайся дурачком. Ты сейчас специально все сорвал. А что я сделал? Что? Что? Во-первых, ты пришел на 20 минут раньше, чем я велел. Ну, извини меня, пожалуйста, я не считал, что час это так строго. Все ты считал и рассчитывал. И говорил специально по-идиотски, чтобы все сорвать. Чтобы ее вывести из себя. Хватит. Я не специалист в этой области. Меня не учили в институте искусства подписывать липовые акты. Надо было лучше меня инструктировать. Тебя уже проинструктировали. Думаешь, никому не известно, кто тебя инструктирует? Это ты ей можешь голову морочить, а меня ты не обманешь. Ты еще утром, когда водил их по хлебозаводу, все сделал для того, чтобы акт не был подписан. Что-что? Не гримасничай, я все знаю. Прораб с хлебозавода приходил к Егорову, рассказывал, как ты распекал его на глазах у комиссии. Почему это не сделано, почему то не сделано? Как вы готовите объект к сдаче? Нашел время мораль читать. Они половины недоделок не заметили бы, если бы тебя там не было. Постой, ты говорил, что ты ничего не знаешь, Егорова не видел. Откуда такая информация? Я видел Егорова. Он приезжал ко мне в диспетчерскую. И эта идея поехать вместе с комиссией и подписать акт в поезде. Моя идея. Я просил секретаршу Егорова позвонить тебе от его имени. Насчет билетов и насчет коньяка. А Егоров даже не в курсе, что мы поехали, понял? Я только не знал, что ты ее прихватишь. Зачем же ты взял меня с собой? Если ты был уверен, что я специально сорвал сдачу, что я агент неизвестно чьей разведки. Во-первых, известно чьей. А во-вторых, решил тебя проверить. Увидеть своими глазами, как ты действуешь. Чтобы Егоров больше не сомневался в твоей двуличности.
И я еще кое-что про тебя узнал. Разговаривал кое с кем. Поэтому, кстати, я опоздал на поезд. Ну и что? Что ты узнал? Что надо, то и узнал. Ты уже успел доложить Грижляку, что задание выполнил? Успел позвонить? А ты, дурочка, уши развесила, слушаешься его. Доверяешь? Нашла благодетеля. Ленечка, возьми минутку. Да не надо никуда выходить, сиди. Ленечка, мне нужно тебе сказать несколько слов. Я прошу тебя, выйди, иначе я скажу здесь. Дома скажешь? Нет, я здесь скажу. Я развожусь с тобой, Ленечка. Почему ты не дал ему в рожу, когда он меня целовал? Терпел. Егорова выгораживал. Смотрел. И кашлял. Можно? Добрый вечер. Кто из вас едет на 10-м месте? Я еду. Будьте добры, билет. Он же знает, где мой билет. Я его уронил, он между стеклами, его там видно. Товарищ пассажир, мне очень жаль, но вам придется уплатить штраф и приобрести новый билет. Тот билет, неизвестно, что за билет. Будьте любезны, 15 рублей. Товарищ ревизор, у него был билет. Мы втроем едем, у нас было 3 билета. Просто он опоздал. Не надо за меня вступаться. Положи кошелек в карман. Дай сюда. А вы кто, собственно, будете? Я буду жена пока что. Вот дают, уже жена. Милая, в поезде пока ЗАГС вроде не завели. Где же вы обручились? А не ваше дело, не смей давать мне копейки. Ты что, много зарабатываешь? Ты мне в жизни за 15 рублей подарка не сделал. Не верят, пусть окно выставляют. Люди видели, как ты уронил билет. Запишите мои данные. Только я вас очень прошу все это сделать не здесь. Я потом заберу. Где же ты, интересно, столько денег-то взял? Ты же утром меня уверял, что это только пятерка. Нельзя! Это я. Вы меня извините, у меня нет места. Этот молодой человек, который едет на ответственное заседание, уже спит. Приуныли. Можно? Братцы, предлагаю выпить за блестящий провал операции и рождения. Тогда просто за ваше здоровье. Ходите, рассмешу. Сейчас там море курили, товарищ рассказывал. Приезжает в какой-то город, очередь у магазина, огромная очередь. Вот. Бабы что дают? Как его это? Батист. Батист. Сколько стоит? 8 рублей. Но говорят, его продают с нагрузкой. На каждые 3 метра батисту гроб в придаче. Какой гроб? Причем тут гроб? А это магазин похоронных принадлежностей. Этим батистом гробы обивает. Ну, говорят, гробы можно не забирать. По желанию. Вот так.
А тут это сегодня... Хватит! Ну, хватит! Веселье на них нашло. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь? Я можно минутку? Пожалуйста. Надеюсь, не на дуэль? Все-таки сделать, чтобы акт был подписан. Помоги. Понимаешь, надо обязательно подписать. Ну, ты же видишь, какой он ушел, с каким фасоном. Другой посмеялся. Он же бывший офицер, а она... У нее муж профессор. Другие люди, с ними не сговоришься. Ну, я, пожалуйста. Печи работают, хлеб печь можно. Что не подписать? Вот так ты. Подписывай. А я их попробую уговорить. Дойчленд. Слушай, тебе одна моя подпись ничего не даст, а я тык получу. Он же Иван Иванович доложит зам предисполкома. Мол, я принципиальный, а Семенов подмахивает. Понимаешь? Ну, ты это за меня не волнуйся, считай, моя закорючка у тебя в кармане. У тебя спичек нет? А? Что я не понимаю, когда акт не подписан? Все блага летят там, премия, прочее. Да не в премии дело. Толкового человека могут снять. Начальника нашего, Егорова. Я тебе... Ты где? Я тебе так скажу. Если человек толковый, то его могут и снять. Так что не волнуйся. И, между прочим, справедливо. Потому что, ежели быть хорошим, честным человеком, это, извини меня, удовольствие для души. Что, не так, что? Жизнь, она справедлива. Девушка, у вас спички нет? Девушка. Перестаньте, пожалуйста. Жизнь справедлива. Одному совесть дает, радуюсь, а другому положение тоже радуюсь. Чтоб всем было хорошо. Вот так. Понял? Ты, я вижу, философ. Ну что ты, меня начальство приглашает все время поговорить. Им нравится, как я рассказываю. Соберутся и зовут. Семенов, расскажи, как ты, свои наблюдения над жизнью. Но я немного поделюсь, но не очень. Так, чтобы в следующий раз было чем поделиться. Талант нужно распределять умело. Пойдем дернем. Но ты точно... А этому своему Егору скажи. Ну, дерьмо попало в эту комиссию. Ну, что делать? Дерьмо. Но ты твердо подпишешь? Ну... Точно? Но только после них. Пойдем, дернем. Иди, я сейчас приду. Пойдем. Пардон. Ну-ка, вон отсюда. Надо поговорить, Юрий Николаевич. Тут дело серьезное. Вон отсюда! Товарищи, дайте поспать. Ну что вы в самом деле, там не дали, теперь тут не даете. Извините. Извините, пожалуйста. Ну где вы росли? В какой школе вы учились? И вообще, откуда вы взялись такой?
Пока вы меня не выслушаете, я отсюда не уйду.
Ну что, прогнали? Я тебе говорил, не ужасайся. Я тебя очень прошу, пойди к ним и попроси Верет Матвеевну выйти. Придумай что-нибудь и вытащи ее, сделай. Только вытащи в коридор, дальше я сам. Она не пойдет. Ну, вытащи ее как-нибудь. Скажи, что ты сам хочешь с ней поговорить. Пошли. Без подписанного акта я не могу вернуться, понимаешь? Вставай. Сейчас, сейчас. Пойдем, пойдем. Надо так унижаться. Ты, кажется, разводишься со мной. Так разводись. А если передумала, имей в виду. Дальше мы будем жить не так, как жили. Хватит. К Егорову я с тобой не пойду. И вообще, в угоду тебе я душу свою топтать не буду. Егорова вообще ни о чем просить не буду. Нет телефона, не надо. Нет квартиры, и не надо. Кто-то мне есть, если мне приходится еще и перед тобой душой кривить. Ленечка, Егоров равнодушный человек, ты заблуждаешься насчет него. Может быть и заблуждаюсь. Но по мне Егоров хороший человек. Я так считаю, я так чувствую, понятно? Я не могу жить твоими чувствами. Я живу своими чувствами. Но ты просто слепой. Может быть, но я вижу жизнь своим зрением, а не твоим зрением. Ты не уважаешь себя, Леня. Возможно. А за что я должен себя уважать? Не такой уж я замечательный человек, чтобы себя особенно уважать. Это было бы ужасно, если бы я себя, такого, какой я есть, сильно бы уважал. Тебе кажется, я не думаю над своей жизнью. Думаю. Больше думаю, чем ты над своей. Все. Иди, не мешай. Виолетта Матвеевна, я прошу прощения, но вы должны меня выслушать. Ну, все. Ой. Пардон, прости. Все, извини. Виолетта Матвеевна, все, что вы обо мне думаете, вы правильно думаете. Но тут дело не во мне. Я плохой человек. Но есть хороший человек, начальник нашего СМУ Егоров, которого снимут с работы, если этот акт не будет подписан. Но снимут его не за хлебозавод, а за то, что он не хочет идти на поводу у Грижулюка. Вы знаете Грижулюка. Бывший начальник нашего СМУ, теперь управляющий нашего треста. Он сейчас только ждет сигнала. Акт не подписан, и все. Ему нужен только повод. Я вас очень прошу, Виолетта Матвеевна, уговорите Юрия Николаевича выслушать меня. Только выслушать. Пожалуйста, умоляю вас. Молодой человек, сколько вам лет? 34. 34. Так неужели же, прожив 34 года, половину человеческой жизни, вы настолько не научились распознавать людей, что, видя мое лицо, видя лицо Юрия Николаевича, этого честнейшего, принципиальнейшего человека, вы посчитали для себя возможным устроить этот постыдный спектакль с днем рождения, и после этого еще посмели подойти к нам и просить нас о чем-то? Ну, слепой я, слепой! Поработали бы вы на моем месте. Голова целый день заморочена. Света белого не видишь.
Но я и подумал, комиссия как комиссия. Выпить с товарищами туда-сюда. Тут еще с этим билетом не сориентировался, понимаете? Виолетта Матвеевна, уговорите Юрия Николаевича выйти. Ну, хорошо. Допустим, произошла какая-то сложная ситуация. Но разве так делают, как вы сделали? Да. Нужно было подойти, представиться, спокойно рассказать обо всем. Тогда к вашим словам было бы какое-то доверие. Юрий Николаевич наверняка бы вас выслушал, вник. У него богатый опыт. Помог бы вам. Он в прошлом военный юрист. У него огромный авторитет в облисполкоме. К его словам прислушивается. А вы сами себя отрубили все пути к нему. Ну, правильно. И потом я не зверь какой-то. Могу понять людей. Помочь им. Мало вы думаете, было сложной ситуации, в которой я вникала. И не считая со временем, ходила, просила, помогала. Вступалась за людей. Ну, правильно. Потом существуют какие-то нормы поведения, общения между людьми. Ведь ты к ним по-человечески, и они к тебе по-людски. Ну, правильно. Я поступил по-идиотски. Поэтому я вас и прошу, именно вас. Теперь-то я вижу, с кем я имею дело. Я вас очень прошу, Виолетта Матвеевна, уговорите Юрия Николаевича выслушать меня. Нет, это невозможно. Тогда вам придется меня выслушать, Виолетта Матвеевна. В таком случае, это не мое личное дело. Я не могу это так оставить. Я сейчас вам все расскажу. Не надо мне ничего рассказывать. Очень это мне интересно. Ждите меня здесь, я попробую. Ленечка, мне не хотелось тебя огорчать, но придется. Что такое? Ну, не надо изображать себя святого. Ты для нас, Вовка, ничего не сделаешь, пальцем не двинешь, потому что тебе на нас наплевать. А своего ты не добываешь, свои интересы ты не упустишь. И твои отношения с Егором не такие уж бескорыстные. Я слышала ваш разговор в компании, когда вы выпивали. Егоров пойдет наверх, а мы вместе с ним. Поэтому ты не смеешь просить его о мелочах. Боишься испортить тебе впечатление. Ты очень хитрый, Ленечка, очень хитрый и наглый. Ты вцепился в Егорова мертвой хваткой. Это все, что ты хотела мне сказать? Да, да, все, и можешь продолжать присмыкаться. Слушай-ка, ты, если я услышу еще от тебя хоть один звук, ты немедленно слетишь с моей фамилией. Ясно тебе? Ух ты, да кто ты такой? Что такое твоя фамилия? Ты кто, профессор, ученый, дипломат? Слушаю вас, только попрошу коротко. Юрий Николаевич, а я вам ничего говорить не буду. Все равно вы мне не верите. Вы думаете, мне интересно унижаться? Могу вам доложить, не интересно. И от того, подпишете вы это так или не подпишете, я лично ничего иметь не буду. Пожалуйста, не подписывайте. Уничтожайте человека, которому когда-нибудь памятник поставят. Виолетта Матвеевна вам говорила, кого я имею в виду. Он мне не друг, и о нем нельзя судить по мне, понимаете? Просто я служу ему, как могу, а могу, как видите, плохо. Вы можете говорить конкретнее? Ничего я говорить не буду. У меня только одна к вам просьба. Какая просьба? Мы через час приедем в Елино. Я очень прошу вас тут же пересесть в другой поезд и вернуться обратно в Куманёво. В 5 утра мы будем в Куманёво и прямо с вокзала пойдем на квартиру к Егорову. И вы с ним поговорите. Я хочу, чтобы вы все услышали от него, а не от меня. Потому что вы ему поверите. Вы только увидите его лицо, его глаза, и будете верить каждому его слову. Я вижу, вы порядочный человек. Так поддержите другого порядочного человека. Вы от него услышите такое, что у вас волосы встанут дыбом. Никуда я ездить не собираюсь. Пусть ваш Егоров сам приедет к Юрию Николаевичу, если это так важно. Позвоните ему из Елина. Пусть он завтра приедет. Хорошо. Но вы можете дать мне слово, что пока вы не переговорите с Егоровым, вы не будете докладывать руководству, что хлебозавод не принят? Никаких слов я вам давать не собираюсь. И что бы ваш Егоров мне не рассказал, это не может повлиять на судьбу акта. Пока не будут устранены все недоделки, все до одной, акт подписан не будет. Еще что-нибудь имеете сказать? Ну что же вы молчите? Вы же хотели рассказать Юрию Николаевичу. Я не очень умный человек, Юрий Николаевич, и я это понимаю. Но я думающий дурак.
Есть умные люди, которые не хотят думать. Полени, или они считают, что не имеет смысла думать, и так все ясно. А я стараюсь понять себя, людей, вообще жизнь. Тут компания, понимаете? Команда во главе с Грыжулюком. Без убийств, конечно, не так, как в Италии. Но затоптать человека, если он не угоден, это запросто. Глазом не моргнут, затопчут. Да что я буду рассказывать? Я прошу вас, поедемте в Куманёво. Вам надо поговорить с Егоровым. Вы будете потом благодарить меня, что познакомились с этим человеком. Опять 25. Вы по сути расскажите, Юрий Николаевич. Ну что вы тянете резину? Мой отец, Юрий Николаевич, был довольно высокопоставленный человек. Но не хотел, чтобы родители устраивали мою судьбу. Я хотел сам. А это зачем вы рассказываете? Мой отец потом умер. Я действительно должен был надеяться только на себя. Я кончил техникум в Москве и работал в Москве. Нормально работал, даже был большим начальником. Но мне все-таки хватило ума задуматься. А кто я такой? К чему я способен? К чему лежит моя душа? Ну и что? А то, что я понял в один прекрасный день, что я, Леня Шиндин, по природе, знаете кто? Помощник, адъютант. Я могу проявить себя только при ком-то. Должен быть некий человек, а я при нем. Никакой самостоятельной ценностью я не обладаю. Но у меня есть своя гордость. Способности на ординарца, а гордости на генерала. Вот так меня смешно природа устроила. Я могу быть кем угодно, быть на побегушках. И я это умею делать. Я люблю это делать. Но только я хочу служить настоящему человеку. Ваша духовная биография меня не интересует. Что вы собой представляете, я уже понял. Юрий Николаевич, вы уже видите, что я как-то стараюсь, чтобы вы поверили мне. Поэтому я рассказываю с самого начала. Я нашел такого человека. Это Егоров. В общем, я пошел. Нет. Подождите. Вы сами того не ведая, прикоснулись к очень сложной истории. Так уж будьте добры выслушать. Всего лишь выслушать. Хорошо. Только не надо ничего рассказывать. Вы будете сейчас отвечать только на мои вопросы. Что там у вас за конфликт между вашим кумиром Егоровым и управляющим трестом Грыжулюком? Вы смысл слова конфликт понимаете или объяснить? Уж понимаю. Так вот, расскажите мне, что Егоров делает такого, что не нравится Грыжулюку? Грыжулюку не нравится все, что делает Егоров. У них цели разные. Да вообще, они и люди разные. Егоров архитектор. Он философ сельского строительства. Я человек городской, а он родился в деревне и сейчас навсегда переехал жить в деревню. И так построить здесь все, чтобы не стыдно было прожить рядом всю жизнь с тем, что он построил. Что вы не знаете, что у нас нет деревенских построек современных? Их нет, но есть Егоров. А Грыжулюку все это до лампочки. Ему нужны показатели, первое место. Вверх, вверх, вверх. Вот его девиз. А Егоров не хочет вверх. Он хочет жить на земле. Чтобы вы поняли, что такое Егоров, я вам расскажу, как я оказался возле него. Полтора года назад я случайно с ним познакомился в Москве на день рождения моей родственницы. Но опять день рождения? Ну, я же уже просил прощения, Юрий Николаевич. Ну, так получилось по-идиотски. Я же сам себя наказал, в конце концов. Ну что, ноги вам целовать? Или проползти на коленях по коридору из конца в конец, чтобы вы меня простили? На этом дне рождения, на том дне рождения, я первый раз увидел Егорова. Он уже тогда получил сюда назначение. Было нас там в тот вечер 9 человек строителей, кроме меня все инженеры. Так вот, 7 из них приехало сюда с ним работать. Это в результате двухчасового общения с Егоровым. Но есть у нас, вернее, был педагог Сухомлинский. Так вот, Егоров тот же тип, только в сельском строительстве. Пройдет 10 лет, и люди со всей страны будут приезжать в Куманёво учиться, как надо строить на селе. Если, конечно, сейчас Грыжулюк не расправится с ним. Что конкретно не угодно Грыжулюку в деятельности великого Егорова? Когда Грыжулюк был начальником нашего СМУ, наше СМУ гремело на всю область. Все знамена стояли у Грыжулюка. Его с почетом перевели в Елена управляющим трестом. Когда Егоров принимал у него СМУ, Егорову говорили: вам повезло, вы едете на налаженное дело. Вам ничего не надо улучшать, главное не портить. А когда Егоров подразобрался в делах, оказалось, все это липа. Правдами и неправдами, Грыжулюк выманил у заказчиков, у совхозов и колхозов деньги за незаконченные или даже совсем и не начатые работы. А для того, чтобы пыль пустить в глаза, построил в Куманёво огромный дворец культуры. Теперь он пустует. Зато шит блеск. В одном совхозе построил 2 9-этажных дома. Кому они там нужны? Ну,
И еще 5 таких небоскребов заложил. Егоров сейчас отказывается их строить. И так далее, и так далее. Но Грижелюб непосредственный начальник Егорова. Он не может допустить, чтобы миф о его достижениях рухнул. В Кумане у него остались свои люди, которые о каждом шаге Егорова ему тут же сообщают. Вся эта компания стала мешать, сопротивляться. Какую-нибудь бумагу о прошлой деятельности управления Егорову с трудом удается выцарапать из планового отдела. Хотя он начальник управления. А тут еще этот хлебозавод. Заложили его 3 года назад при Грижелюке. Действительно, с хлебом плохо. Одна маленькая пекарня в районе, возят из Гелина. Хлеб бывает черствоватый, но все-таки есть хлеб. А тут же уборка на носу. Один элеватор надо отремонтировать, другой достроить. Дороги. Вон в прошлом году урожай собрали приличный. А потом часть зерна сгноили. Егоров нынче и решил сначала эти более важные объекты подтянуть. Грижелюк, как управляющий, это знал и одобрил. И вдруг посыпался град писем во всей инстанции от рабочих совхозов. Сколько можно есть черствый хлеб? Когда у нас будет хлебозавод, наконец? Причем теперь это уже ясно. Письма были организованы специально. Буквально в одну неделю письма пришли и в райком, и в обком, и в газету «Известий», и даже в ЦК. Грижелюк приказ под личную ответственность Егорова через 2 месяца сдать хлебозавод. Прекрасно понимаю, что это нереально. Егоров постарался. Все-таки печь работает. Хлеб можно печь. Но поскольку акт не подписан, у Грижелюка руки развязаны. За безответственное отношение к нуждам трудящихся и будь здоров. Пущено в ход демагогии высшего разряда. Рабочий класс ест черствый хлеб, а коммунисту Егорову на это наплевать. А через неделю Грижелюк этот же хлебозавод в этом же, как теперь, состоянии сдаст. Ему акт подпишут. Вы же ему и подпишете. Он добьется. Но Егорова уже не будет. Зато останется миф о Грижелюке. Очень ценная вещь для государства. Почему же ваш Егоров не мог поднять все эти вопросы, когда принимал управление? Здрасте. Я же вам объяснял. Он принимал лучшие в тресте управления. И потом, это же постройки, они разбросаны по всей области. Есть бухгалтерия, плановый отдел, ведется учет, ответственные люди сидят. Тем более предшественник твой становится твоим же непосредственным начальником. Далеко не уезжает. Все свершилось за полчаса. Грижелюк его представил, выпили по рюмке коньяку и разъехались. Сколько времени Егоров командует управлением после Грижелюка? Почти 1,5 года. Значит, он мог поднять все эти вопросы хотя бы год назад. А не теперь, когда петух клюнул. Ой-ой-ой. Грижелюк же хитрое бестие. Вы знакомы с ним? Знаком. Какое он производит на вас впечатление? Только честно. Правда, хорошее? Допустим. Так вот, такое же впечатление он произвел и на Егорова. Простой, искренний мужик, умно говорит, откровенный, дельные мысли высказывает, не боится выступать на партийном активе в области с критикой в адрес обкома. А почему нет? Сейчас критика в моде. Пока еще Егоров раскусил его, пока еще понял, что все это маскировка, что он владеет, как выражается Егоров, всей клавиатурой демагогических приемов. У него улыбок одних для разных случаев тысячи. Но когда надо действовать жестко, коварно, безжалостно, он это тоже умеет. Эта фигура будет здоров. Вы не ответили на мой вопрос. Отвечаю. Когда Егоров все раскопал, он приехал к Грижелюку. Состоялся очень милый разговор. Правильно сказал Грижелюк, ставишь вопрос. Все правильно. Признал свою вину. Обещал подумать, как выйти из положения, попросив его некоторое время ничего не предпринимать, не посоветовавшись с ним. Но время шло, а ничего не менялось. Егоров опять к нему. Грижелюк же немножко другой, другая тактика. Мол, сейчас некогда, не до того. Там в одном из управлений ЧП. Несчастный случай. А тут еще жена заставляет в отпуск идти. Давай уж после отпуска. Сам приеду к тебе после отпуска. А третий раз, то он совсем изменился. Милый мой, ты сидишь в управлении почти год. Все говорит? Забудь, что я там был, ты за все в ответе. В общем, я понял, что ваш Егоров никудышный руководитель. Зачем он к нему ходил? На что надеялся? Надо было к прокурору. Между прочим, это и сейчас еще не поздно сделать. Если вы не подпишете акт, завтра уже будет приказ. А когда его снимут, он ничего не будет доказывать. Он такой человек. Ну, если он такой человек, что ничего не будет доказывать, пускай снимают. Вам хочется убедить себя, что он плохой. Я понимаю, так легче. Душа будет уверена. Правильно, что он не подписал. Молодой человек, то, что вы не подписали акт, это в любом случае правильно. Конечно, вы принципиальны. Да у вас работа такая, что легко быть принципиальным. Не подписал акт и уже честный человек.
Правильно. Да нету в этом ничего правильного. Что может человек сделать после того, как его снимут? Снимают в один день, а доказывать надо год. Пиши письма, обивай пороги редакции. Да тебя еще и кляузником обзовут. Унизят 100 раз. А он человек гордый. Вы это можете понять, что бывают гордые люди? И вообще, что люди бывают разные. Вот он не такой, чтобы бороться после того, как его снимут. 70 недоделок или сколько там вы обнаружили. А главную недоделку пропускаете. Я имею в виду Грязулюка. У меня был преподаватель в техникуме. Старый человек с очень сложной судьбой. Он говорил, любить родину — это не березки целовать, а помогать, поддерживать самых честных, самых преданных людей, когда им бывает трудно. Они родина. Сейчас важно выиграть время. Если вы подпишете акт, Егоров останется. Пока там еще Грязулюк придумает следующую пакость. За это время Егоров, который сейчас уже все понял, тоже не будет сидеть сложа руки. К концу этого года ясен будет результат его работы. И люди, с которыми считаются, начнут его поддерживать. Время сейчас работает на Егорова. Но его нужно иметь. А время сейчас конкретно в ваших руках. Есть такой закон, молодой человек. Неправдой правде не поможешь. Это теория. Тихий вечер. Не уперлись своей принципиальностью. Лишь только травы колышут ветер. Вы уперли своей принципиальностью в этот хлебозавод, а человека забыли. Вы знаете, какую систему финансирования придумал Егоров? Он говорит, допустим, колхоз хочет построить в селе дом на 4 семьи. Прекрасно. Первое, что вы должны решить, кто эти люди, решили. Второе, переведите на их личные счета всю стоимость, всю сметную стоимость дома, чтобы они, люди, сами распоряжались этими деньгами. Естественно, без права расходовать их на другие цели. Пусть они и будут заказчиками, а не какой-то там человек, который отвечает за все стройки колхоза оптом. Пусть сами колхозники заказывают проект, заключают договор с подрядчиками, а потом принимают работы. Платят или не платят, деньги уйдут те же, но зато ответственность совсем другая, контроль другой, качество другое. А что Грязулюк на это сказал? Грязулюк сказал, ты, говорит, это спрячь и забудь. Ты ни одного объекта в срок не сдашь, если сами жильцы будут принимать. С ума сошел? Это им будет не так, то не так. Попробуй всем угодить. Я и хочу попробовать всем угодить, сказал Егоров. Все это люди, колхозники. Для них же строим. Но Грязулюк-то ведь не для людей строит. Он строит не дома, а показатели. Он большой мастер по строительству показателей. Вот какая ситуация. Это же надо учитывать. Вы не просто хлебозавод принимаете. Вы решаете, быть или не быть Егорову. Это же надо учитывать. Да уж надо учитывались. Все учитываем. То жалко коллектив премии лишать. То учитываем старые заслуги. Вы сейчас предлагаете учитывать будущие заслуги. То учитываем руководитель пожилой или молодой. Недавно женился, недавно развелся. Чего мы только не учитываем, а что только не вникаем. В магазин зайдешь, нормальную вещь купить невозможно. В квартиру селишься, полгода ремонтом занимаешься. А то и существует вот такая комиссия, чтобы ничего не учитывать. Ничего. Только реальное соответствие стандарту, нормам, положениям. Малейший дефект не принимать. Надо стеной стоять. Надо законы сдать. Если работник ОТК или член приемной комиссии принял брак, 5 лет тюрьмы. Иначе не остановить этот поток, этот водопад брака. Я с вами совершенно согласен, но этого же нет. Где ваша стена? А вы действуете так, будто она есть. Я под каждым вашим словом готов подписаться, и Егоров подпишется. Но вы поймите, что этот хлебозавод с одной стороны хлебозавод, а с другой ловушка, подстроенная Егоровым и Грязулюком. Лень. Поэтому надо сейчас подписать с недоделками, чтобы Егоров остался и построил десятки других объектов без недоделок. Леня. Егоров и есть та стена, о которой вы говорите. А вы сами эту же стену валите. В чем дело? Что тебе надо? Уйди отсюда. Пожалуйста, вы можете акт не подписывать. Но я вам рассказал ситуацию. Вмешивайтесь. Леня, ты людям уже голову заморочил. Уйди отсюда. Дело же не в акте. Займитесь по существу этой историей. Вы депутат областного совета.
Нет. Но все равно, вы работник облсполкома. Я же вам дал козырные карты, бейте. Лёня. Ну в чем дело? Тебя зовет Алла, она должна тебе что-то срочно сказать. Подожду. Вы же отказываетесь поехать в Куманёво, сейчас, к Егорову. Ну в чем дело, что тебе надо от меня? Во-первых, теперь ждет Алла. Во-вторых, дай людям отдохнуть. Ты хочешь помочь Егорову? Ты ему только навредишь. Ах, ты болеешь за Егорова. Очень интересно. Вот этот человек и организовал письма с жалобами на отсутствие свежего хлеба. Он по указанию Грижулюка. Слушай, ты мне надоел со своими фантазиями. Это не фантазии. Я перед поездом разговаривал с людьми, которые подписывали письма по твоей просьбе. Ясно тебе? У меня записаны фамилии вот здесь, в этой книжке. Могу еще тебе доложить. Позвольте-ка. Могу тебе еще доложить, сколько тебе стоили междугородние переговоры с Грижулюком. В прошлом месяце 43 рубля, в этом за 13 дней 27. Интересно разговариваешь, много докладываешь. Не жалко денег? Нет, не жалко. Знаешь, шеф возместит, подкинет премию за внедрение новой техники, да? Дурак ты беспросветный. Леня, иди сюда, немедленно, ты слышишь? Обойдешься. Леня. Они даже мою жену дурочку обработали. Она теперь против меня. Чтоб я с Егоровым не дружил. Имею теперь шпиона в собственном доме. Лёнь, ну хватит. Отстань. Все время ей жужжат. Егоров твоего мужа эксплуатирует. Он на него работает. А тот ему оклады не повышает. А если бы повысил оклад, сказали бы, вот Егоров под Халимом повышает оклады. В чем дело? Что случилось? Лёня, мне нужно тебе что-то сказать. Пойдем. Говори здесь. У меня нет тайн ни от кого. Я всю свою жизнь могу всему миру рассказать. Лёнь, ну ты же пьян. Посмотри на себя. Боже мой, Лёня, Лёнечка. Ну так что, товарищ Девятов, принципиальный человек. Поедем сегодня к Егорову или нет? Ой! Да осторожней ты. Так поедем или нет? Лёня, ну что ты мне лишь идёшь? Я сейчас вернусь. Лёня, идем. Боже мой, какой ты глупый. Перед кем ты распинался? Перед кем ты исповедовался? Перед принципиальным человеком. Так вот, чтоб ты знал, этот принципиальный человек, перед которым ты исповедовался, вчера получил указание своего начальства. Хлебозавод, даже если все будет там сделано, не принимать. Акт не подписывай, ты понял? Он получил указание от зампреда облсполкома Ивана Ивановича хлебозавод не принимать. Независимо от того, готов он или нет. Даже если все готово, все равно придраться к чему-то и не принять. А ты перед ним душу раскрыл. Это Марисов тебе сказал? Он? Ну почему тут Марисов? Ну, теперь понимаешь, ты зря оскорбил человека своими подозрениями. Кто тебе сказал, что Юрий Николаевич получил указание? Это проболтался. Пошли к нему. Юречка, умоляю тебя, не надо. Что значит не надо? Ты что, не понимаешь, что происходит? Уже все. Петля затянута на шее Егорова. Грижулюк всех обработал. Идем со мной. Я кому сказал, идем со мной? Какое указание получил Юрий Николаевич? Ну, брат, я же вас просил ему не говорить. Не было никаких указаний, не было, я пошутил, все. Давай выпьем. И не ходи туда. Они все равно не подпишут. Потому что он получил указание от Ивана Ивановича? И потому, и не потому, а посему. Я прошу тебя, я никому не скажу, но мне надо обязательно знать. Юрий Николаевич действительно получил указание. Я даю тебе слово, никому не скажу. Ну, получил. Откуда ты знаешь? От верблюда. Нам всегда дают указание, либо принять, либо не принять. Два варианта. Либо по своему усмотрению. Вот так. Что, доволен? Твои парни круто работают. Да. Все повязаны. Давай выпьем, чтобы их всех сволочей холера забрала до конца текущей пятилетки. Ленечка, не смей ходить туда. Ты же ведь дал человеку слово. Отстань! Извините. Извините.
поездочка. В чем дело? Побеседовать пришел. За принципиальность. Я думал, ты сам себе принципиальный. А ты, оказывается, принципиальный согласно указанию Ивана Ивановича. Я прошу вас немедленно выйти. Люди спят. Пусть люди не спят! Пусть знают, что подлость кругом и обман! Это прекратится когда-нибудь или нет? В конце-то концов, вы что себе позволяете? Лежи! Тоже, небось, птичка из такой же стаи. На совещание ответственный он едет. Не на совещаниях дела решаются, милый мой. Вот спроси его, он знает, как дела решаются. Большой дока. Видишь, едет. Культурный, книги читает. А он сейчас не просто едет. Он сейчас петлю на шею честного человека затягивает. Под аккомпанемент болтовни о принципиальности и борьбе за качество выпускаемой продукции. Ну-ка, выйдем. Не прикасайся ко мне! Поездочка. Послушайте-ка вы. Вы способны внятно объяснить, что случилось? Но только внятно. А ничего не случилось. Просто я про тебя узнал правду. Ты получил указание хлебозавод не принимать, даже если он готов. Кто вам это сказал? Кто вам это сказал? Да твой друг и соратник. Семенов, ну-ка выйди на минутку. Семенов, ну-ка расскажи, что за указание я получил от Ивана Ивановича? Я пошутил. Специально сказал, чтобы отстал. Мол, не представь, сегодня подпишут. Ты сейчас совсем того, да? Какие могут быть указания? Было бы все нормально, не было бы недоделок. Приняли бы с радостью. И я подписал. Юрий Николаевич, это Матвеев. У тебя спички есть? Спички есть? Юрий Николаевич, я специально... Ну и шуточки у вас, Геннадий Михайлович. Я наоборот, чтобы он не пристал, отстал, он прилип, как бы лист к вам. Фу. Ну, я тебе скажу, ты дурак. Подожди. Так было указание или не было указания? Не было. Ты чего к нему пошел? Ты что думал, он тебя испугается? Или признается? Дурачок. Уйди отсюда. Уйди! Я прошу тебя, уйди отсюда!
Леня, я могу с тобой поговорить? Егоров завтра слетит Ленечка. Ты считаешь несправедливо? Я считаю справедливо. Ты знаешь, в чем сила Грижелюка? Он очень хорошо усвоил один закон. Беспреданных людей из руководящего кресла быстро выпихнут. Но начальник не девушка. Начальника любит не за красивые глазки. Есть один способ приобретать преданных людей. Надо делать для них что-то существенное, жизненно важное. 5 лет назад мы тогда работали в другом месте. Моя супруга села за руль и сбила старика. Он, правда, был пьяный. Через месяц он поправился. Но жену должны были судить. Помог нам Грижелюк. Вот, 2 года назад заболевает мой сын. Грижелюк его устраивает в самую лучшую больницу. Возможно, он поправился бы и в любой больнице. Но это мой сын. И болезнь была опасная. Я позвонил Грижельку ночью. Он сел на телефон. Я не знаю, кому он там звонил, но через 2 часа все было устроено. В жизни бывают такие минуты. Грижелюк в такие минуты помогает охотно, решительно, используя все свои связи. Не бескорыстно. Нет. А что Егоров? Что он? Признаю, умный человек. Он иногда твои мысли повернет в такую сторону, где они сроду не гуляли. Это прекрасно. Но вас было 7 человек, приехавших с Егоровым в Куманево. А где они, эти ребята? Где? Один ты остался. Потому что Егоров ничего для них не сделал. Они поддались обаянию его личности. Но одного обаяния, как видишь, мало. Сила обаяния действует недолго. А многим людям вообще плевать на обаяние. Обаяние им важно, а не обаяние. То, что Грижелюк не придумает за год, Егоров, конечно, придумает за 5 минут. Но если Егоров не усвоит тот закон, который усвоил Грижелюк, то все его прекрасные мысли и планы так и сгниют у него в голове. Виолетта Матвеевна, в Куманево председателем комиссии должен был поехать Морозов. Вы не в курсе, почему Иван Иванович в последнюю минуту решил послать не Морозова, а меня? Странно. Дело в том, что со вчерашнего дня я должен был пойти в отпуск. И вдруг Иван Иванович решил задержать меня из-за этой комиссии. И сказал, что Морозов получил какое-то срочное задание. Понятия не имею. А что, собственно, вас тревожит? Ну, нет, ничего, извините. Thank you.
Поднимите, пожалуйста. Давайте акты. Давайте акты. Я их порвал и выбросил в лес. Пойдемте со мной. У вас есть чистые листы бумаги? Какие? Бланки, что ли? Не бланки, а просто чистые листы бумаги. Есть. Сколько экземпляров должно быть? Вроде 5. Несите 5 листов. Хорошо. А что это вы вдруг? Долго объяснять. Значит так, мы сейчас подпишем чистые листы бумаги, потом вы впечатаете нужный текст, а подписи наши будут уже у вас. Я ничего не понимаю, Юрий Николаевич. Все будет нормально, подписывайте. Я хотела бы поговорить. Я вас позову. Я ничего не понимаю, Юрий Николаевич. Вас, наверное, удивляет, почему я решил вдруг подписать? Ну, конечно. Помните, 2 года назад мы принимали молочную ферму Грижовика. Еще бы, мы тогда не приняли. А вы помните все обстоятельства дела? Грижолюк тогда позвонил в облсполком. А Иван Иванович приказал мне по телефону акт подписать. Он, по-своему, тоже болел за дело. Иначе из-за этой фермы область не выполнила бы план по сельхозстроительству. Но я не стал подписывать. Вы тогда подписали, а я не подписал. Я подписала, потому что... Да это не имеет значения. Не в этом дело. Когда я тогда вернулся в Елино, Иван Иванович вызвал меня и опять стал настаивать, чтобы я акт подписал. Я сказал нет. Объект не готов, я подписывать не стану. И предупредил, что если кто-нибудь вместо меня подпишет, как это иногда бывает, я подниму большой шум. Что это вы волнуетесь? Нет, нет, ничего. Иван Иванович был очень разгневан и сказал, что, очевидно, мы не сработаемся. Тогда я пошел в обком и рассказал всю эту историю. После этого Иван Иванович не стал со мной конфликтовать, выживать меня. Он понял, что со мной нельзя действовать грубо. Он почувствовал, что я могу за себя постоять. Что с вами? Вы не здоровы, что ли? Нет, все в порядке, я слушаю вас. Да, так вот он нашел совсем другой выход. Невероятно простой. Он просто перестал назначать меня в комиссии по приемке объектов. Он стал назначать людей, которые всегда готовы были принять то, что ему нужно. Позавчера, отлично зная, что я собираюсь в отпуск, он посылает меня в Куманево принимать хлебозавод. И, дескать, Морозов получил срочное задание, придется поехать тебе. Я грешным делом подумал, что он просто хочет подпортить мне отпуск. Но теперь я понял, что дело обстоит гораздо хуже. Иван Иванович и Грижелюк, они старые друзья, моими руками решили убрать неугодного им Егорова. Во-первых, зная мою дотошность, они прекрасно понимают, что хлебозавод я не приму, что в данном случае им и требуется. А если Егоров пойдет в обком жаловаться и станет доказывать, что все это специально подстроено, то они опять же благодаря мне, а они запросто отведут от себя обвинение. В обкоме же знают, что со мной трудно войти в сговор. Вы понимаете, что происходит? Они манипулируют моей принципиальностью. Когда им она была нужна, они ее включили. А когда она стала им не нужна, они ее выключили.
Я вас очень прошу, подпишите акт. Тем более, что завод хлеб печь может. Почему вы не подписываете? Но ведь там же много недоделок, Юрий Николаевич. Вы что, ничего не поняли? Не надо подписывать, давайте акты. Нет, я подпишу, подпишу. Ну просто, ну может, мы неправильно поступаем. Может, этот самый Егоров. Ведь мы же судим о нем только со слов этого весьма сомнительного молодого человека с его днем рождения, от которого я до сих пор в себя прийти не могу. Этого самого Егорова, Виолетта Матвеевна, я, как и вы, видел сегодня в первый раз. Но иногда короткая встреча кое о чем говорит. Вспомните Гржелюка, как он себя вел, когда мы принимали ферму. Был накрыт стол. До того, как мы попали на объект, мы попали на шикарный завтрак. Он не отходил целый день от нас ни на шаг. Лично сопровождал от начала до конца. А эти звонки в облсполком. А Егоров пришел, поздоровался, четко сказал, завод хлеб выпекать может, но есть целый ряд недоделок, смотрите сами, и ушел. И этого молодого человека не он послал, хотя Егоров прекрасно понимает, что в сложившихся обстоятельствах этот акт решает его судьбу. Я вас не заставляю подписывать, Виолетта Матвеевна. Я просто объяснил вам, почему я считаю, что надо подписать. Больше ничего. Нет, конечно. Нет, я подпишу. Я подпишу. Ваш авторитет для меня, Юрий Николаевич. Что с вами? Почему вы плачете? В конце концов, я же председатель комиссии. Вы можете всегда сослаться на меня. Я вам разрешаю это сделать. Пишите еще Семенова, и все. Я... Не надо. Идите, подпишите у Семенова. Все в порядке. Они подписали акт. Как? Подписали? Подписали оба. Сейчас это подпишет и все. А как же указания? Ему же всыпят. Разобрался, что к чему. И плюнул на указания. Понял, нет? Есть еще люди на свете, а не только ты мне и тебя. Покажи. Покажи ему. Перебьешься? Угу. Ну, покажи. Вот, смотри. Я тебя акты порвал. Разозлился и выбросил. Они подписали чистые листы. А потом текст печатали. Ну-ка, дай. Нет уж. Ну, в руки дай. Что, боишься, что порву, что ли? Ну, очень хорошо, что подписали. Премию дадут. Разбудить. Я сам. Надо было раньше помогать, а сейчас не надо. Сколько до Елены осталось? О, полчаса. Философ, подъем, хватит дрыхать, пора. Сейчас я его пощекочу, как он проводника щекотал. Ну-ка, щекотки боишься? Опа! Оп. Давай, вставай, подъем. Оп. Вот так, подъем. Вставай.
Опа! На, дерни. Фу, черт. Какой-то жуткий сон снился. Огромный дворец, я туда вхожу, а там тысячи голых баб, жутко много их. А потом присмотрелся, они все на одно лицо, как из инкубатора, все близнецы. Присмотрелся, оказывается, моя жена. Все они, моя жена. Жуть какая. А потом ты меня, гад, разбудил и правильно сделал. А тут этой жены, жен, как их там, повесился бы. Ну что, Елена? Подъезжаем, подъезжаем. Ну ты как, окончательно проснулся? Маленько просыпаюсь. Тогда, милый мой, поставь свою драгоценную подпись вот сюда. Юрий Николаевич подписал, Виолетта Матвеевна подписала. А что это такое? Да я тебя акты порвал, понимаешь? Разозлился на всех, ну и порвал. А потом мы договорились. И вот они подписали чистые листы. Теперь ты подпиши. А текст мы потом впечатаем. Юрий Николаевич сам это посоветовал. Да ты что, так нельзя. Почему нельзя? Ты что, с ума сошел? Нельзя ставить подписи на чистый лист, не положено. Но они-то подписали, раз им можно, и тебе можно. А кто подписал? Не валяй дурака, давай, подписывай. И выпьем на пасашок, давай. Я с утра не пью. Да какое утро? Сейчас половина двенадцатого. Ты еще дома доспишь. Мы тебя на такси отвезем, давай. Я живу у вокзала, рядом, 5 шагов. Но ты будешь подписывать или нет? Почему? Не буду я подписывать никакие чистые листки. Да ты что? Ты коньяк-то кушал? Давай подписывай, тоже мне нашелся, дурака валяет. Подожди. Что ты? Он подпишет. Он не проснулся. Он проснулся, проснулся. Давай подписывай, бери ручку и подписывай. В общем так. Ничего я подписывать не буду и прошу с этим вопросом ко мне больше не обращаться. Угу. Ну ты же обещал. Ты же сказал, они подпишут, я пожалуйста. Я еще тебя переспросил. Твердо? Ты сказал твердо. Но они-то подписали, так в чем же дело? Они это они, а я это я. Ты куда собрался? Рожу помыть. Никуда ты не пойдешь, Алла. Позови Юрия Николаевича. Быстро, а то он сейчас улизнет. Осталось 15 минут. Юрий Николаевич, извините, пожалуйста, там ваш товарищ Семенов, он акт не подписывает. Вы подписали, а он не хочет. Подойдите, пожалуйста. Почему не хочет? Не знаю, не хочет, и все, но поговорите с ним, пожалуйста. Юрий Николаевич, подождите. Что такое? Юрий Николаевич сейчас придет. Юрий Николаевич, Семенов акт не подпишет. Почему не подпишет? Потому что, ну, в общем, я не хотела говорить вам об этом, но Семенов не подпишет. Юрий Николаевич, вам не надо было подписывать. Что происходит? Что здесь происходит, в конце концов, я вас спрашиваю? Не кричите на меня. Я и Семенов. Мы перед отъездом. Ну, в общем, нас вызвал Иван Иванович. И он велел вам не подписывать акт? Да. Юрий Николаевич, я прошу вас, подойдите! Меня арестовали. Не выпускают. Оставьте нас. Значит, Иван Иванович приказал тебе не подписывать. А ты знаешь, почему он это сделал? Чего-чего? Мне никто ничего не приказывал. На объекте много недоделок, поэтому я не подписываю. В чем дело?
Елизавета Матвеевна мне рассказала сейчас, что вы были у Ивана Ивановича. Были, что-то такого. И он дал указания. Мне лично никаких указаний не давал. Может, Виолетте давали, так за нее я не отвечаю. Значит, ты просто такой принципиальный. А я у тебя учусь, Юрий Николаевич. Мне вообще непонятно, почему вдруг подписали. Что этот дурачок уговорил? Странно. Имей в виду, Семенов, я ведь этого так просто не оставлю. Так что ты подумай. Может быть, тебе выгоднее подписать? Ты меня не учи, что мне выгоднее, Юрий Николаевич. Как-нибудь без тебя разберусь. Единственное, что я могу сделать, сказать, что подпишу и порвать эти бумаги. Сделать, чтобы ваши фамилии не фигурировали. Все ясно. Я все слышал. Так вот, имей в виду, ты из купа не выйдешь, если не подпишешь. Понял? Бери ручку. Бери ручку. Ну-ну-ну. Кролик, я тут меня пальцами задушну. Унес сюда. Девушка, закройте дверь. Оттуда не выйдешь. Парни, не надо скандалить. Нам еще жить, работать, еще ни один объект сдавать. Не надо. Выйди отсюда, миротворец. Вы все заодно. Закрой дверь, Алла. Закрой дверь, я его не боюсь. Семенов, я прошу тебя, Семенов, подпиши. Понимаешь, прошу. Я не подпишу. Ты получил указание? Я тоже получил указание. У тебя свой шеф, у меня свой. Пускай они между собой договорятся. Они никогда не договорятся, Семенов. Ну, значит, мы с тобой тоже не договоримся. Пропусти меня. И что? Товарищи, мы уже подъезжаем. Вера, проходимец. Выпусти. Поезд уже подъезжает. Ой, я тебе здесь подпишу навсегда. Я все равно тебя оставлю. Лёнечка, поезд уже останавливается. Пошли, а? Я себя подписываю тебя на человеческом языке. Я прямо башкой пишу. Да оставь его, господи. Я тебя убью. Лёнь, да не надо, а пусть живет. Ты дурак. Лёня. Нет, ты подпишешь. Нет, ты подпишешь все равно у меня. Господи. Лёнечка. Ты здесь останешься навсегда, я тебя... Карьерист. Что тут шо? Помогите, разъявите же их. Собачка! Да разнимите же кто-нибудь! Лёнечка, он тебя убьёт, да разнимите же их! Не надо, Лёнь! Да вы что в самом деле? Прекратите сейчас же! Выпусти! Лёнечка, он же убьёт тебя! Пойдём, а? Пойдём, а? Пойдём, поезд уже останавливать, пойдём, а? Пойдём, а? Ты не выйдешь никуда! Не надо, а? Позвольте. Ой, ну куда же вы лезете-то? Как куда, куда? Выходить надо! Да что же вы... До Москвы доедем! Прокурору СССР тебя сдам! Не надо, Лёнечка! Лёня, оставь его! Нет! Ну вот он наш 11-й. Дети, идите вперед. Пожалуйста. Вика, возьми Бову. Давай чемодан. Проходите. Клава, слушай-ка, ты вот что, сейчас. Так, где тут мы? Вот и наше купе. Лёнечка, пойдем. Ага, вот и наша. Лёня, пойдем. Пойдем. Решите? Разрешите, можно? Это наше нельзя. Купе. Нельзя! Это наше место, на купе. Ты куда? Это купе не освобождается. Как не Вова, освобождается? Пройди к Вике. Вовочка, иди сюда. Вот. Товарищ проводник! Товарищ проводник!
Товарищ проводник, у нас билет, а нас не пускают. Специально здесь закрыли. Что такое? Ну что там? Отпусти дверь. Со скандалом сел, со скандалом уходишь. Отпусти дверь, не пущу. Милиция! Милиция! Товарищ старший лейтенант, идите сюда. Быстро, быстро. Старший лейтенант Гусев, что случилось? Проходите, проходите. Вот, всю дорогу хулиганил, пьянствовал, а теперь дверь держит, людей не пускает. В чем дело, гражданин? Товарищ милиционер, я прошу меня и человека, который находится в купе, арестовать. В отделении я все объясню. Прошу нас обоих задержать. Леня, это глупо, Леня. Я прошу нас обоих задержать. А ну-ка, отпустите дверь. Кого задерживать? Что молчите? Кого задерживать? Что за шутки, проводник? Да что это? Надо же. Он вылез в окно. Как он такой здоровый. Как он смог-то? Провожающих не пускаем. Саша, сейчас отправляемся. Извините. Давай. Ирка, не забудь телеграмму дать. Обязательно. Давай, чемодан. Держи. Лёнь, пойдем. Пойдем, а? Пойдем. Быстрее, быстрее, отправляемся. Сапоги забыли. До свидания. До свидания. Вот что. И листы, что мы подписали. Они у вас или в вагоне остались? Какие листы? Ну, те, которые мы подписали, они у вас или в вагоне остались? Они у меня. Они ведь вам не нужны. Отдайте их мне. Угу. Вот они. Благодарю вас. Сильно ударил. Больно? Обещай мне, что мы отсюда уедем, слышишь? Нам нужно отсюда уехать. У нас же в Москве есть комната, ты устроишься в проектный институт, все будет хорошо. Нет. Так Егорова же все равно же снимут.
Нет. А что ты можешь сделать? Ну, ты же видишь. Понимаешь, мне просто очень обидно за тебя. Ты... Я хочу, чтобы ты... Ну, так вот, просто зря стараешься. Нет. Ты зря переживаешь. Нет. А у тебя ничего не получается. Нет. Нет! 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 Передайте Егору, чтобы он... Чтобы он связался со мной. Угу. Непременно. Угу. Все, порядок. Собираемся, Ленечка. Одевайся, Ленечка. Нормально, Григорий. Да, Ленечка? Нормально, Григорий. Отлично, Константин. Ленечка, ты где? Здесь я. Леня, ты живой? Спрашиваешь. Thank you.